Рад приветствовать вас, друзья. Вот многие ватники предлагают покинуть страну тем, кого в этой стране что-то не устраивает. Боимся США! Не нравится Россия! Боимся США! То есть, исходя из их слов, из их логики, если в квартире намусорено, то зачем мусор убирать? Проще, наверное, и лучше покинуть эту квартиру. Вот почему-то многие из них предпочитают жить и любить нашу страну из-за границы. В том числе это и дети чиновников, и сами чиновники не гнушаются посещать за границу и приобретать там недвижимость и какие-то активы. Но продолжают нас учить любить родину из-за бугра. Одна из них Юлия Прохорова, проживавшая в Германии. Любила она Россию из Германии. Ребят, да дайте мне 5 минут, я соберу вещи, и я уеду в Россию. Я даже думать не буду и 3 секунд. Германия — это не та страна, за которую стоит держаться. Очень надеялась вернуться. Но что-то пошло не так, видимо. Честно говоря, спустя 1,5 года я понимаю, почему все, кто получает здесь образование, российские граждане, берут и уезжают в США. Потому что все хотят нормально жить. Я с ними очень сильно солидарна. Если ты гений, ты умный, тебе в России делать нечего. Я это увидела. Я увидела по твоим комментариям, потому что... Да идите нахуй со своим заводом, блядь. Не все готовы идти на завод, блядь. Хочешь ебашь на завод, иди ебашь на завод, блядь. Чё вы нахуй этим ебучим заводом, блядь, всех заебали, блядь? У вас что, в мозгах только 3 извилины, блядь? Завод, пивас, блядь, и телевизор смотреть? Ёбнутые, блядь, зомби, блядь. Иди, блядь, работай на завод. Ну иди нахуй просто. А парню я желаю всех благ и уезжайте из страны. Уезжай из страны.